Здесь также в этой панели мы можем перейти в режим миксирования товаров, где все сосредоточено в одном списке, без разбивки по категориям, и можем также отмечать, что мы купили, что нет. Ну, счетчик, естественно, обновляется. Выходим из этой панельки. И также здесь можно добавлять свой кастомный продукт. Просто вводим название. Да, выбираем категорию молочные продукты. И, пожалуйста, можем удалить информацию, либо добавить. Добавляем. И вот молочные продукты, все добавилось. Также мы можем добавлять все товары из шаблона в список покупок. Также можно добавлять список избранных. Можем удалить вообще все товары из данного первого шаблона. По такой же схеме работают все остальные шаблоны. Вот так осуществляется работа в этом модуле, в каталоге. Он более сложный, чем модуль быстрой покупки, и более сложен к пониманию. Поэтому без видеоинструкции вы как бы не разберетесь.